Всем привет, это Ирина, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня на мне модель под названием Music от бренда Envely, коллекция Hair Power в цвете Espresso Mix. Модель удлиненная, посмотрите, какая она длинная. Сделана она каскадом, достаточно легкая при этом и не сильно объемная. Сразу покажу со всех сторон. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот так вот я покажу вам. Видите? Объем не очень большой за счет того, что она сделана каскадом. Разворачиваюсь. Очень элегантная модель. Очень. Для тех, кто любит длинные волосы, однозначно стоит попробовать. Парик выполнен из облегченного синтетического волокна, имеющего эффект памяти, и при этом он термостойкий. Это значит, что его можно полностью накручивать и полностью выпрямлять. Главное соблюдать два важнейших правила. А это первое. Перед тем, как накручивать или выпрямлять парик, нужно обязательно его смочить вот таким антистатик спреем или же простой водой. После того, как вы его намочили, нагрейте инструменты до 180 градусов, желательно не больше, иначе вы поплавите просто волокно, оно же синтетическое. И уже тогда можно приступать к укладке. Расскажу, как ухаживать за париком, а это делать элементарно. Помойте его в воде комнатной температуры со специальным шампунем для синтетических волос, после этого примените бальзам для синтетических волос. Так это парик длинный, однозначно рекомендую применять потом вот такой кондиционер. Итак, помыли парик, повесьте на специальную подставку, дайте время, когда он высохнет естественным путем, и уже после этого можно его укладывать, выпрямлять, накручивать или просто надеть и вот так пойти. Есть линия Lace Front, давайте я сразу ее покажу. Вот она, длинненькая такая, от виска до виска. Это тонкая прозрачная сеточка, имитирующая кожу головы и рост волос, и тогда никто не заподозрит, что на вас парик. Снимаю парик, покажу, как он сделан изнутри. А изнутри он сделан очень круто, кстати. Смотрите, какая великолепная шапочка. Это все выполнено ручной работой. Почему он называется комфорт? Именно за счет шапочки. Шапочка регулируется вот этими липучками, размер от 58 до 62, то есть на достаточно большую голову. Легко тянутся трессы. Ну, трессы-то, видите, они на капроновой сетке. Очень комфортно для кожи головы, если, например, у вас полностью отсутствуют волосики. Естественно, находятся проушины слева и справа. Вот они, по ним мы центруем парик. Почему я говорю, что и этот парик очень крутой, и именно вот эта шапочка очень крутой? Да потому что все натуральные парики делают точно на такой же шапочке. Видите? Вот это парик из синтетического волокна, вот это парик из натурального волокна. Парик по цвету однотонный, темный-темный шоколад, корни не затемнены. Вот, посмотрите, какой он красивый. Видите, это все ручная работа, все ручная работа. Итак, берем за нижнюю часть, вот где липучки. Дальше упираемся головой в краевую линию, натягиваем на затылок полностью, выравниваем парик по вот этим проушинам. После этого укладываем так, как нам надо. Я, допустим, хочу чуть-чуть спустить линию Lace Front вот сюда, расчесываем, и все. Если вам понравилась данная модель, ее можно приобрести на сайте Parik Best. Я оставлю вот здесь вот номер WhatsApp. Это консультанты, они всегда вам ответят на все ваши вопросы, расскажут, как купить, какие есть цвета, как отправить в регион, доставка. Желаю всем прекрасных солнечных осенних дней.